Дорогие мои подписчики, дорогие мои покупатели, приветствую вас, приветствую. А у нас пополнение в нашем меховом салоне. Появились норковые шубы, шикарные летучки, розовые шубы, белые с рысью и, конечно же, кожа, долгожданная кожа. Новинки в самом модном цвете, самые новые фасоны косухи. Сейчас все это посмотрим. Поступила вот такая красотка. Шуба Автоледи, модель летучка. Это настоящий цвет крестовка, природный цвет. Обычно белая норка красится под крестовку. А это натуральный цвет, не крашеный, природный цвет крестовка. Роскошный капюшон из куницы высокого качества, цвет дымка. Посмотрите, пожалуйста. Вот он капюшон, пышненький, красивая расцветка дымка. Вот она крестовка, нежный цвет, натуральный, белый, белая норка не крашеная. Крестовка природная, естественная. Вот она, шубка оверсайз. Шубка оверсайз подойдет на несколько размеров. От 44 до 54 под поясок. Отлично подойдет автолюбительницам. Обязательно рекомендую эту шубку к примерке. Поступила прямая классика. Поперечка трансформер. Цвет пастель. Капюшон из куницы. Отличный фасон. Классический силуэт. Модель прямого кроя. Пышный капюшон из куницы. Густой мех норки. Рекомендую к примерке. Получили повторы. Поперечка в белой норке с капюшоном из рыси. Отличный вариант для тех, кто хочет себя порадовать. Шубка небольшого размера, белая норочка, пышная рыська. Шуба невероятно модная, стильная и элегантная. Появилась красотуля, бомбер оверсайз, красивый редкий розовый цвет. Отлично скроенный фасон, плечо реглан, длинный полный рукав и шуба идет с капюшоном. Шуба идет с капюшоном. Обратите внимание, что данный бомбер идет на змейке. Красивый густой мех норки, розовый цвет. Шубка отлично смотрится, подойдет на каждый день и любительницам авто. Рекомендую к примерке. Получили классику поперечка трансформер. Молодежный вариант. Размеры все. От 40-х до 50-х. Шубка с капюшоном. Полный размерный ряд. А это такая же шуба. Прямая поперечка, но цвет махагон. Цвет темно-коричневый. У шубы также есть капюшон. У шубы отличное лекало, удобно сидит. Это классика. Размерный ряд весь. Получили классику, цвет пудра. Длина чуть за колено, шуба с капюшоном. Модель поперечка. Цвет топленое молоко. Размерный ряд весь. Появилась шуба. Красивый цвет, южная ночь. Длина чуть за колено. Красивый дымчатый цвет. Шуба с капюшоном. Густой мех норки, манжет фонариком. И интересный скроенный фасон. Шубка играет, шуба прямая и от груди легкая трапеция, причем сзади. Вот, по спине. Спереди шубка прямая. Отлично подойдет для любительниц оригинальных моделей. А это такой же фасон, цвет южная ночь, модель Baby Doll. Тоже шуба идет с капюшоном.
но эта длина чуть выше колена. Такой же прекрасной густой мехновки, манжет фонариком. Смотрится замечательно. А спереди шуба прямая. Появился новый фасон, модель баллончик. Шуба прямая, немножко заужена к низу. Паркетная раскладка шкурок. Цвет камыш. Цвет камыш. Шуба с капюшоном. Вот он, оригинальный расцветка. Оригинальная. Манжет здесь отстегивается. Густой мех. Новый цвет, цвет камыш. Обязательно посмотрите ее, когда будете у нас в магазине. Появился новый фасон, модель рубашка. Шуба прямая и чуть-чуть свободная к низу. Ашка, а-силуэт. Спереди чуть-чуть идет овал, по бокам волна идет. Такая вот, подольчик такой волной. Отлично смотрится, оригинально. Хорошо скроено плечо, мне понравились здесь плечи. Плечи хорошо скроены, аккуратно, красиво. У шубы есть капюшон. Цвет пастель. Густой мех. Манжет отстегивается. Таких шубок размерный ряд весь. Получили повторы. Модель халат. Модель кокон, оверсайз, спущенное плечо, манжет можно подогнуть на 7 восьмых, можно полностью его отпустить, но он отлично смотрится и с загнутым рукавом. Удобные карманы на магнитах, кармашек велюровый, капюшон кобра, капюшон, здесь можно застегнуть. И вот необычный цвет, повторю, здесь цвет темный графит, мех густой. Вот такая шубка. Оверсайз. Шуба оверсайз на несколько размеров. От 44 до 50. Итак, представляю, мы получили кожаные куртки, новые фасоны, модели. Смотрим. Появился новый фасон. Косухи, цвет черный джинс. Такой цвет черный, но не сильно черный. Косуха на змейке. Это новые фирменные модели. Нам поставщик дал на реализацию. Хиты. Здесь тоже все на ремешке. Стильно, да модно, да красиво. Так. Вот такая вот вещица. Кожа хорошая, плотная. Конечно, на мне эта косуха смотрится, может быть, совсем не в попад. Вот, но просто посмотреть модельку можно. То, что такая вот, вот такая вот косуха в наличии. Смотрим следующую косуху. Более бархатистая, более такая мягкая, немножечко похожа на бархат, на замшу похожа, скажем так, по ощущениям, по тактильным. Тоже косуха, а, кстати, размеры разные есть. На ремешке английский воротник. Вот как она ощущается, как велюр, как замш, под замш, ну то есть кожа. Цвет тоже модный. Графит дымчатый. Такая моделька новая 2024 года. Рекомендую к примерке. Цена вот этих фасончиков, такая и такая, цена 19 тысяч рублей. Натуральная кожа. А вот еще одна новая модель косухи. Размер взяли немного побольше. Здесь кожа такая, знаете, как вам сказать, более гладкая. Ремни, ну, в общем, все как положено. На крючках тут все, в общем, на ремешках. Закрывается, открывается. Английский ворот. Кожа здесь более мягкая.
Вот она гладенькая. Кожа плотная, кожа мягкая. Вот такой вот фасон. Так, смотрим по внутрянке, что. По внутрянке все хорошо. Цена 20 тысяч рублей. Получили пуховики. Пуховики модные, отличные лекала. Уже продали много и продолжаем получать поставки от поставщиков наших. Пуховик с капюшоном. Мех чернобурка. Здесь, между прочим, идет, отстегивается вот этот мех, полоска, вот это отстегивается от капюшона. То есть можно снять мех, чтобы удобно, либо носить на крючках. Мех наружу, красиво, модно, ну, в принципе, и тепло. Мех соединяется, когда прижимается друг к другу, тогда тепло. Можно не беспокоиться. Карманы, пуховики на гусе, пуховики на гусе. Вот он сидит. Теплый, красивый. Вот такие пуховики у нас, разные размеры есть. Стоимость пуховика 22 тысячи рублей. Работаем по низу рынка. А это такой же пуховик, но цвет пастель. Тоже длина автоледи, карманы. Оригинальный манжет, идет с лисой. Лиса тоже тут отстегивается, капюшон остается. Ну и на капюшоне мех тоже можно снять. Невероятно теплый пуховик на гусе. Отличные лекала, теплые, модные на каждый день. Такие пуховики мы возим на заказ в любых размерах. Также есть другие расцветки. Приходите в магазин, выберем расцветку, размер, и я вам привезу. Или просто напишите мне. Стоимость такого пуховика 22 тысячи рублей. А это тоже пуховик автоледи, цвет черный, а капюшон здесь шикарный. Капюшон из меха песца, сделан под настоящую куницу. Вот я вам даже для сравнения вот присоединю. Видите, это куница шуба, это песец. Смотрится почти одинаково. Красивый, теплый. Естественно, пуховик на гусе. Стоимость пуховика 22 тысячи рублей. Размеры и расцветки могут быть разные. Пишите, звоните, приходите. А это уже шикарный пуховик, длина 110. Такой же фасон, удачное лекало, очень удобное, теплое. Есть капюшон, здесь мех. Мех здесь полоска отстегивается от капюшона. Можно ходить так, здесь на крючке. Можно его снять и на змейку застегиваться. Есть змейка. Вот он теплый, красивый, шикарный. И змейка есть. Вот он по спинке. Такой пуховик есть в разных расцветках. Светлый, золото, цвет фисташка, черный, пастель. Стоимость пуховика 23 тысячи рублей. Также дополнили размерный ряд шуб из овечек. Ваши любимые шубки из овечки. Стоимость шубок 19 тысяч рублей. Расцветка изумруд, золото и цвет белый снег. Сейчас я вам немножечко их покажу. Вот они. Шубы из овечки. Еще вторая перекладина в коридоре. Поступили дубленки. Цвет графит и цвет коричневый. Длина 90 сантиметров, длина 110 сантиметров. Размерный ряд весь. Натуральные, теплые, мягкие дубленки. Красивые расцветки, дубленки с капюшонами. Хорошие, теплые. Рекомендую к примерке. Итак, мы посмотрели всю нашу новую меховую коллекцию, которая поступила к нам на этой неделе. Приглашаю вас в наш магазин. В наличии более 300 моделей норковых шуб, все размеры и расцветки. Размеры от 40-х до 80-х, расцветки все. Даже розовый фламинго, даже натуральный цвет крестовка с куницей. Представлен большой выбор мужских зимних кожаных курток, женские дубленки с капюшонами, с воротниками, женские кожаные пуховики, шубы
кожаные пуховики, шубы из овечки по 19 тысяч, женские пуховики на гусе с лисами по 22, по 23 тысячи рублей. Действует акция «Обмен шуб ваша на новую с доплатой», рассрочка без переплат, любая шуба на заказ. Увидимся на примерках в Меховом на Тверской, город Дубна, улица Тверская, дом 14. Пока-пока. Так, и по традиции, конечно же, делаем небольшой видеообзор, видеообход нашего магазина, нашей коллекции меховой. Шубы автоледи, расцветки разные, модели разные, шубы за колено. Сверху вот, пожалуйста, шубки, длина 90 сантиметров, с воротниками, с капюшонами. Расцветки, размеры разные, белые, черные, красные. Вот, пожалуйста, летучки шикарники, с рыськой, с куничкой. Так, шубы у нас здесь, шубы из каракульчанка есть, из каракульчи. Классика длинная. Это шубы чуть за колено, колено прикрыто. Модели разные, расцветки разные. Так. Так, ну вот они, пожалуйста, вот здесь висят удлиненные фасончики. Все, вот они, пожалуйста. Так, пушистики наши красивые висят. Это с пушистыми капюшонами. Размеры разные. Золотая классика ждет свою покупательницу. Так, такая красоточка у нас неведанной красоты появилась, новинка. Пожалуйста, мерите. Так, здесь у нас шубки новой коллекции все пришло. Так, и здесь смотрим, классика, дубленки, женские пуховики, цвет серебро, черный. Вот фасончики разные есть, красивые. Мужская коллекция появилась. Так, шубы из овечки, пожалуйста, по 19 тысяч рублей. Эко-дубленка тут у меня есть по 12 тысяч. Кролик шиншилловый по 17 тысяч. Так, это у нас здесь на перекладине. Ваши любимые пуховики на гусе. Пуховики на гусе, размеры разные. Пастель, черный, чернобурка, под куницу мех песцовый. Вот они, вот по 19 тысяч рублей пуховики, есть цвет хаки один. Кожаные пуховики с песцами. Так, шубы из овечки по 19 тысяч рублей. Все, увидимся на примерках. До встречи, пока-пока. А вот и фотографии наших шубок. Летучка в крестовке. Новая модель, бомбер, цвет розовый, фламинго. Классика черная, поперечка, трансформер. Это такая же шуба, поперечка трансформер, цвет махагон. Прямая шуба, цвет пудра, поперечка трансформер с капюшоном. Модель Baby Doll, длина чуть за колено, цвет южная ночь. Это тоже Baby Doll, длина чуть выше колена, с капюшоном, южная ночь. Паркетка, модель рубашка. Прямая шуба, паркетка с капюшоном. Прямая классика, это модель оверсайз халат. Прямая шуба, поперечка, с капюшоном из куницы, цвет пастель. Модель автоледи, цвет сильвер, с капюшоном из куницы. Белоснежная красотка с рыськой-брыськой. Черная шубка, оверсайз, капюшон из чернобурки, с продернутым поясом. Модель кокон, паркетка, цвет графит. Прямая шуба под пояс, строго, стильно, эффектно. Модель халат оверсайз, кокон, под пояс. Прямая шуба черная, длина 1,30 м, редкая длина. Дубленка, цвет графит. Появилась кожа, натуральная кожа, стильная, модная, 19 тысяч рублей. Фасоны косухи, 19 тысяч рублей. Это более длинная, цена 20 тысяч рублей. Пуховик на гусе с чернобуркой, цена 22 тысячи рублей. Цена этого пуховика светлого 22 тысячи рублей. Черный пуховик, мех песца под куницу, 22 тысячи рублей. Длиннющий пуховик, длина 110, шикарный, теплый, 23 тысячи рублей. Светлый пуховик, 25 тысяч рублей.
Пуховик цвет хаки. Внимание, 19 тысяч рублей. Шубы из овечки. 50 штук в наличии, 19 тысяч рублей. До встречи в Меховом на Тверской, город Дубна, улица Тверская, дом 14, левый берег в Дубне. В наличии около 300 норковых шуб. Обмен шуб. Любая шуба на заказ. Добро пожаловать на примерки. А также рассрочка без переплат от 6 месяцев до 24 месяцев. Можно без первоначального взноса. До встречи в Меховом на Тверской.